Отопительный сезон в Кокшетау начался раньше обычного. Первыми к теплоснабжению подключили социальные объекты. До конца месяца тепло придет в жилые дома. Такая оперативность – итог проведенной летом работы. Как готовились к сезону, расскажет Сауле Кусаинова. В кокшетауские больницы, школы, детские сады пришло долгожданное тепло. Обычно его подают 1 октября, но холодная погода поторопила коммунальщиков. Никакого форс-мажора. К сезону подготовились основательно. Было выделено на подготовку тепловых сетей 432 миллиона тенге. Из них были заменены 200 метров магистральных тепловых сетей и 4 километра внутриквартальных тепловых сетей. По подготовке образования, здравоохранения здесь мы имеем 100% готовность. Также имеем 100% готовность по МЖД, по многоэтажным жилым домам. На балансе котельной областного центра более 2500 потребителей. В это число входят социальные объекты и жилой фонд. До 28 сентября тепловики обещают обогреть весь Кокшетау. Сегодня мы планируем растопку котла номер 10 для подачи тепла в город. Запас топлива 40 тысяч тонн на складе имеется. На октябрь месяц мы обеспечены углем и мазутом. Пока город подключает к теплоснабжению, параллельно идет работа по установке счетчиков. Приборы учета тепла выгодны потребителям, убеждают коммунальщики. К слову, те, кто уже их получил, оценили преимущества. Потребитель с установленным прибором учета оплачивает за фактическое полученный объем тепловой энергии по утвержденным дифференцированным тарифам, которые дают ему возможность избежать лишних трат и, соответственно, формирует понимание собственника. До конца года в Кокшетау установят 266 приборов учета, но к 2020 году ими планируют обеспечить более 800 многоэтажных домов, а также в целом обновить 172 километра тепловых сетей. Сауле Кусаинова, Анатолий Поляны, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 КИЗ.